Сегодня некоторые стонут и рыдают. Вот амнистия, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем уголовном кодексе. И что, они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Немедленно помилую. Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал. Когда они мне задавали главный вопрос, когда нас отпустят. Я им всем изложил свое видение. Все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос. Когда? Жду-с. До сих пор жду-с. Но я человек осведомленный, я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов, главарей, была. Денег жалко. Поэтому не надо строить иллюзии. Политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономического, финансового, уголовное преступление, отдай последнее, если у тебя есть. Но мы показали все, что есть. Нет, суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия.